Сейчас лечение зубов – высокотехнологичная и безопасная процедура. Мы знаем, что с нами работают профессионалы на современном оборудовании, но часто все равно испытываем тревогу и даже страх. И откладываем, например, имплантацию на когда-нибудь потом. Я пришел на ксеноновую седацию, потому что впереди операция, я хоть и взрослый человек, но я все равно нервничаю. И хочется просто не переживать, не мешать врачу. Многие знают, что страх может стать неуправляемым. И раньше выходом был только общий наркоз, когда пациента погружают в бессознательное состояние. Этот метод сопровождался определенными рисками. Да еще и пациент, не способный сам держать голову, заметно осложняет работу хирургу. Но сейчас в Челябинске появилась современная альтернативная и практически безопасная технология. Достигается это путем сочетания мест применения местных анестетиков и инертного газа ксенона. Ксенон снимает напряжение перед операцией и улучшает общее состояние пациента. Ксенон – это инертный газ, не имеет цвета, вкуса и запаха, не подвергается биотрансформации в организме, не оказывает никакого отрицательного воздействия, в том числе ксенон не вызывает аллергических реакций. Процедура длится всего 3 минуты и радикально улучшает настроение. Когда тревога отступает, врачи могут приступить к работе и не отвлекаться на успокаивание пациента. Пациент остается в сознании, он не теряет контакта с лечащим врачом и может выполнять все его просьбы. А еще ксенон обладает противовоспалительным и иммуностимулирующим действием, что заметно ускоряет послеоперационное заживление. Так как ксенон является составляющей, нормальной, обычной составляющей атмосферного воздуха, то для ксеноновых ингаляций в принципе нет никаких противопоказаний, кроме каких-то острых состояний, нарушения дыхания или острый инфаркт миокарда, но в коих не проводятся, естественно, никакие стоматологические манипуляции. Ксенон быстро выводится через легкие, поэтому сразу же после посещения стоматолога можно садиться за руль. Позитивный опыт спокойного лечения запомнится, и предстоящие процедуры будут восприниматься уже куда легче, какими бы они ни были. Применение ксенона возможно не только при больших операциях, таких как имплантация, но и при мелких стоматологических вмешательствах, например, при лечении кариеса. Что интересно, эта технология полностью российская разработка, которая только начинает покорять мир. Страхи вроде «меня тревожит звук бормашины» или «я с детства боюсь стоматологов» больше не станут причиной осложнений. Паника не будет стоять на пути к здоровью. Три причины обратиться в Центр эстетической реставрации «Визит к стоматологу». Использование передовых технологий, высочайший профессионализм врачей и честность в лечении. Наш конек – грамотная терапия, надежная имплантация с гарантией и впечатляющая эстетическая реставрация. Мы первые в городе предлагаем процедуру седации ксеноном. Центр эстетической реставрации «Визит к стоматологу» на Володарского, 30. Больше поводов для счастливых улыбок. Телефон 265 13 19.